Добрый день, уважаемые коллеги. Это обзор рынка компании Tikmill, и с вами я, Артур Идиатуллин. Индекс волатильности VIX у нас рухнул на 17,28%. Сегодня, как видно, в среду он еще откатился чуть более чем на 1%. Это указывает на то, как быстро продавцы волатильности взялись за свое привычное дело, делая ставку на прекращение шторма на фондовом рынке в США. Как бы зачем придумать что-то новое, если есть статистический арбитраж, если есть стратегия возвращения волатильности к среднему, и в принципе она сейчас и реализовывается. Облегчение наступило после выхода корпоративной отчетности банковского сектора в США, который более чем оправдал прогнозы, и чувствительному к тарифовому производственному сектору США, по которому данные вышли во вторник, и который у нас также превзошел ожидания, укрепившись на целых 0,3% в сентябре. Вот здесь, на этом графике, можно видеть движение индекса VIX, его динамику и также его средний за определенное количество дней. Видно, что самая длительная, самая долгосрочная средняя у нас держится примерно на уровне 15 пунктов. Три основных индекса Wall Street, это Dow Jones, NASDAQ и S&P 500, отыграли почти 2% вчера во вторник, после того, как крупнейшие банки в США отчитались о росте прибыли, опережающие ожидания. Прибыльность банковского сектора сейчас обусловлена ростом процентной ставки ФРС, что позволяет повышать ставки по кредитам, в то время как издержки по некоторым обязательствам могут формироваться, исходя из более низких предыдущих значений по ставке. В результате прибыли банков растут. Данные по промышленному производству в США указали на рост выпуска четвертый месяц подряд. Спекуляции были сосредоточены вокруг инфляции и издержек, например, роста нефтяных цен, а также сдерживающего эффекта тарифов. Лидерами роста стали обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, эти два сектора. Однако нужно признать, что темпы роста замедляются. Вот на этом графике видно, как у нас изменяется темпы роста промышленного производства в США. И видно, что после начала роста примерно в третьем квартале у нас движение пошло наверх, но постепенно темпы роста начали замедляться. И вот изменение с августа по сентябрь у нас составило всего лишь 0,2%, в то время как с июля по август изменение составило 0,8%. Экспортные цены на промышленную продукцию США также изменились слабо в сентябре. В то же время импорт нефти подорожал на 3,5% за тот же месяц. Отсюда получается и беспокойство о сжатии прибыли вот этих энергоинтенсивных отраслей, то есть промышленности, и невозможности перенести инфляцию издержек на конечные цены для внешних потребителей. Сегодня также намечен выход протокола заседания ФРС за сентябрь, который позволит еще раз оценить траекторию процентной ставки. Чувствительность доллара и других релевантных активов к отчету, она, вероятно, будет сегодня немного притуплена, так как после замечаний Пауэлла о темпах повышения ставок мягкий тон в протоколе, мягко говоря, будет неуместным. Ввиду уверенности ФРС в своих действиях, поиск медвежьих намеков в протоколе, скорее всего, окажется безуспешным. Шансы на повышение ставки в декабре остаются на довольно высоком уровне, около 80%. Поэтому недавнему откату на рынке США сложно найти более изящное толкование, чем просто кратковременная такая потеря сознания, да. Есть еще версия, что рынок расходится во взглядах с ФРС по поводу роста экономики, но эта версия, она должна хотя бы на что-то опираться, по крайней мере, на какие-то фундаментальные данные. Пока что ключевые параметры американской экономики, это инфляция, зарплаты, остаются на весьма здоровом уровне, и корпоративная отчетность также не дает повода для разочарования.
Данные по оплате труда в Великобритании, которые вышли вчера, они позволили прикупить фунт трейдерам, но уже сегодня фунт стерлинг может уступить территорию, если потребительская инфляция у нас окажется ниже, чем прогнозное значение. Вот здесь можно видеть, что через 19 минут ожидаются у нас данные по инфляции. Ключевой показатель ожидается на уровне 2,6%. Я напомню, что уровень зарплат также составил 2,6% в сентябре. Эффект инфляции можно интерпретировать сейчас двояко. С одной стороны, слабая инфляция и сильная оплата труда дают в комбинации рост потребления за счет роста реальных доходов. С другой стороны, следует ожидать, что Банк Англии повременит с повышением ставки, чтобы поддержать экспансию. На что решит сделать ставку большинство, пока не совсем ясно. Полезно будет также взглянуть на розничные, производственные цены, импортные цены, чтобы прояснить ситуацию с потреблением. По европейской валюте сегодня следует учитывать релиз потребительской инфляции за сентябрь. Это будут финальные данные, которые, скорее всего, укажут на отсутствие изменений. И ключевой показатель у нас ожидается на уровне 0,9%. Вместе с ценами на топливо инфляция может вырасти на 0,1%, что чуть выше предыдущего месяца. Это, конечно же, негативно отражается на европейских производителей, потому что они наблюдают инфляцию издержек. В отличие от компаний в США, они пока не могут рассчитывать на внутренний спрос, а рассчитывают на внешний спрос. А внутреннее потребление в еврозоне остается слабым. После вчерашних слабых показателей оптимизма от ЗИУ сложно ожидать положительного сюрприза от потребительской инфляции сегодня. Поэтому короткие позиции по европейской валюте, на мой взгляд, остаются предпочтительными. А цены на золото, они гасят у нас скачок на панике. Вот здесь можно видеть динамику золота. И вчера произошло резкое укрепление доллара, оно также отразилось у нас на котировках золота. Видно, вот здесь произошло резкое снижение пары доллар-золото. Откат фондовых индексов США, стабильное ожидание по ставке ФРС, они поднимают вопрос о реальной доходности актива, поэтому, несмотря на рост паники, все-таки преобладают какие-то фундаментальные показатели, в том числе это реальная доходность золота, это, в принципе, его основной показатель. Вчера вот золото поддержали комментарии китайского центробанка, заявившего, что китайская экономика находится в хорошей форме. Это поддержал юань, и в свою очередь отразилось на котировках золота. Перспективы роста защитных активов, в том числе золота, остаются сейчас неясными, особенно на фоне быстрого восстановления настроения на фондовом рынке, а поэтому предпочтительные продажи с целью уровня примерно 1215-1210. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.